Россию пришел тоже из Франции, очень много приехало танцовщиков, которые потом остались преподавать. То есть было несколько систем: итальянская, французская, а русская вот как бы система преподавания, она уже сложилась гораздо позже. То есть когда уже те танцовщики, которые танцевали при Императорском театре, они уже преподавать стали, как их когда-то учили тоже итальянцы, французы, которые преподавали в нашей школе. Наша школа очень древняя, то есть она самая старая, которая как бы существует, вот такая профессиональная школа. А в двух словах сказать метод Вагановой, то есть, наверное, это какая-то система, которая включает в себя несколько школ. То есть она внесла в русскую школу именно танец. То есть если раньше присутствовали ноги, там в основном руки не играли какого-то большого значения, то теперь вот эта вся танцевальная координация, которая существует сейчас, это, в общем, заслуга Вагановой, которая объединила и сделала методически правильно в двух словах. Я не первый год, я уже третий год приезжаю в Испанию. Очень профессионально организовано это все. И судя по результатам, вот я вижу некоторых детей, которые уже повторяют, они, конечно, намного выросли. Ну, то есть они приобрели уже какой-то статус таких, где-то профессионалов. То есть они понимают быстро то, что я от них хочу. Это очень приятно, потому что ты видишь результат. То есть они двигаются уже по нашей системе. И вот сейчас у меня класс, он меня очень радует. То есть дети очень хорошие, они быстро схватывают, они уже как-то, как-то, можно сказать, если так, заболели уже этим, и они получают от этого удовольствие. В общем, все хорошо.